Дорогие друзья, хочу вам показать посылку, которая мне только что пришла. Вот в такой коробке. И откуда эта посылка пришла? Что получилось? Я заказала вот с этого веб-сайта. Очень хороший веб-сайт. Заказала себе пальто. Итальянское пальто. И получилось совершенно неожидаемое. Пришло пальто, но другой модели. Той модели, которую я совершенно не заказывала. Вот из этого бутика Mantovani. Итальянское пальто бренда Max Mara. Пальто я отправила назад. Конечно, проблем никаких абсолютно не было. Доставка и возвращение посылки было все включено. То есть это было бесплатно. Условие: я купила пальто, потому что доставка была бесплатной в этот момент. И если бы не подошел размер или не понравилось пальто, даже то, которое я заказала, если бы модель была та, которую я заказала, проблем нет вернуть. Абсолютно никаких нет проблем. Но так как человек, который упаковывал эту посылку, ошибся и прислал мне ошибочную модель, вот в знак своего признания, в знак того, что они извиняются, вместо наряду с тем, что они прислали, конечно, имейлы с извинениями, они мне предложили 10% скидку, они мне предложили что-то выбрать на их сайте на сумму $135. Вот $135, и я, и срок они мне дали декабрь, январь, 2,5 месяца, до середины февраля. Но я не стала ждать, я зашла на сайт, выбрала себе майку, и вот эту майку я сейчас вам покажу. Вот сегодня мне пришла посылка, смотрите, как упаковано красиво. Вот так, здесь они обычно кладут документы в этот конвертик внутри. Я сейчас открою вот этот конверт и покажу, как выглядит майка. Такая красивая, посмотрите, фотографии. Фотографии старой Италии. Приятно. Это бренд майки, размер М. Вот так. Значит, вот это security. Такая специальная у них такая защелка, я не знаю, как ее обозвать. Что если я решу вернуть маечку, вот это должно быть все на месте. Если я решу оставить, я ее обрезаю и все. Сейчас открою маечку и покажу. Майка, мне кажется, она мне большевата будет. Большая. Она размер М, но большая. Вот такой здесь рот. Я думала, что это бисеринки, но это не бисеринки, это... Это, знаете, такая как резина, что ли, наделанная. В общем, такая смешная майка. Мне понравился у нее такой глубокий вырез, вот рукав, но она мне будет велика. Я ее, конечно, померяю, но велика. Очень хороший трикотаж. Очень хороший трикотаж такой приятный. Вот сзади такая эмблемка. Сейчас покажу лейбл. Да. Да, жалко, конечно, большая на мне. Майка мне понравилась, но она большая. Удивительно. Стирать в теплой воде, 100% хлопок. Имка, ну вот имка, почему же такая большая? Италия, вот здесь написано. Ну ладно, померяю, покажу. В общем, обидно.
Сейчас я померила майку и хочу сказать следующее. Майка мне как раз удивительно. Но из-за того, что это дизайнерская работа, как сказать, из-за того, что это брендовая майка, она сделана так. Она вот здесь в середине как-то пошире, чему очень хорошо мне на груди, она как раз свободна. Рукав я вот так загнула в два раза, рукавочек. Вырез, конечно, вей красивый, удлиняет шею, и мне идет такой вырез. В бедрах она очень узкая, она мне прямо впритык, несмотря на то, что у меня очень узкие бедра. Ну, не очень узкие, но узкие бедра. А может, даже очень узкие. В общем, она буквально обтягивает в бедрах. Вот так она сделана. В середине она пошире. А внизу она сужается. И за счет этого она сидит. То есть, вот женская майка. Дизайнер сделал так, что хорошо в плечах, в груди. Вот здесь свободно. Не как мужская прямая майка. Вот так она сделана. И заужена. То есть она сидит на бедрах. И шорты или какие-то брючки одеваются. И она будет так немножечко приподнята. В общем, релиф. Релиф. Я рада, что не нужно отсылать назад. Потому что это не сложно. Но это сейчас Крисмас. И опять это нужно. Ну, знаете, лишние телодвижения никому не нужны. Ну, вот такую майку я себе купила. Почему я купила такую майку? Многим, может быть, не понравится. Рисунок какой-то. Знаете, у меня сейчас нет желания что-то покупать с этого сайта. Потому что там все очень дорого. И, наверное, вот майка была. Майки, конечно, самые дешевые с этого сайта. Из-за того, что они мне дали такой подарок в $135. И эта майка была еще на сейле. И я еще за нее доплатила $17. Вы представляете? Вот такие дорогие у этого бренда майки. Но так как это подарок, получается, я купила майку, можно сказать, за $17. Что очень хорошо, потому что качество, я хочу вам сказать, просто отменное. Качество отменное. Я как-то покупала, вот здесь написано, что гладить вот по этому рисунку нежелательно, так как здесь вот этой маленькой резиночкой все, вот эта аппликация сделана. Я заказывала как-то майку бренда. Какой был бренд? Махина. Бренд Махина. Казалось бы, бренд хороший. И майка была достаточно дорогая. Я оценку сейчас не помню. Но пришла такая позорная майка. Две. Я заказала две майки. Может быть, долларов по 70 они были. Сделано в Турции, но трикотаж. Абсолютно тонкий, притонкий трикотаж. Прозрачный, такой дешевый. Я, конечно, их отправила назад, потому что даже смешно покупать за такую сумму майку с плохим трикотажем. Ну вот мой обзор этой майки. Всего доброго, до свидания, пока!